Это был разработанный процесс. Игве, ну вы же знали, что в лаборатории психотроники... Что там творится? Ну, да, это были добровольцы. Добровольцы? Они не хотели, чтобы их убили. Они живы, мисс Илюшина? Все они живы? Их навыки, таланты, и теперь они могут достичь большего? Они словно родители, передающие опыт детям. Вы серьезно? Вы хоть раз... Вы вообще знаете, что это такое, иметь детей? Простите, вы о чем? Я сделаю все, чтобы разоблачить вас. Чтобы всех вас разоблачить. Еще одно слово, и я застрелю вас. Я не понимаю.
Каспар. Слушаю. Что там в грузовом Морган, у вас получилось? Я отправлю транспорт с медоператором. Тогда мы попробуем удалить его нейромод. И, надеюсь, получим доступ к его шаттлу. Морган, воздух снова поступает. Я могу дышать. Надеюсь, что Даль... Нет, спасибо. Еще чуть-чуть и... Неважно, конец связи. Завершено. Доступен новый псионный навык. Доктор Ю, доктор Игве, объект Даль у нас, и он стабилен. Вы спасибо. Мы готовим его в отделе нейромодов. Как можно быстрее идите туда. Мы
Морган. Добрый вечер, Талос. Ужин подается в кафе с 18 до 20 часов. Thank you.
Доктор Ю, Морган, я боялся, что вы погибли. Подопытный Даль обездвижен? Пока. Кажется, я нашел нужный нейромод. Мы должны как можно меньше обсуждать то, что произошло на станции, и сосредоточиться на деле. Даль, если не ошибаюсь, должен вспомнить полученные навыки. Он не будет спорить с приказом. Жду команды, Морган. Запомните, если сработает, вы должны молчать. Если его извлечь, память Даля вернется к дате установки, и он забудет про это задание. Доктор Ю, Морган. Здравствуйте, доброволец. Меня зовут Бьянка Гудвин. Я специалист по связям с добровольцами и гостями Талоса. Я хотела быть первой, кто поприветствует вас после пробуждения. От лица всего коллектива Транстар приветствую и благодарю вас. Наверное, вы немного растеряны. Это потому, что вы перенесли медицинскую процедуру под названием апторегрессивная нейротомия. В ближайшие несколько часов у вас могут быть проблемы с мелкой моторикой и памятью, но гораздо важнее, что ваши воспоминания о тестировании полностью исчезли. Не беспокойтесь, я хочу, чтобы вы знали, ваше сотрудничество было успешным. Наши ученые и инженеры получили очень ценную информацию. Теперь отдыхайте. Когда придете в себя, я отведу вас на заключительное интервью. До встречи! Здравствуйте, доброволец. Меня зовут Бьянка Гудвин. Я специалист по связям с добровольцами и гостями Талоса. Я хотела быть... Если передумали, то знайте, это не отбросит нас еще дальше. Мы только потеряем время. Что? Кто вы? Морган? Ваш отец спрашивал про вас. И Алекса. После установки модов я должен был сообщить ему о результате. Где я? Почему я связан? Капитан Даль. Я доктор Игве. Главный врач здесь. Вы... Я видел ваше фото в файлах компании. Любимчик Алекса. Опозоренный парапсихолог. А, капитан Даль, вы получили тяжелую травму головы во время аварии на станции. Нам нужно эвакуироваться, но мы не могли улететь без вас. Вы умеете управлять шаттлом? Что? Да, конечно, умею. Стоп, что за авария? Это же комплекс Аргус? Где Каспар? Боюсь, некогда объяснять. Нужно добраться до шаттла и подготовиться к отлету. Приказ Транстар. Доктор Ю подтвердит. Конечно. Морган, хреново выглядите. Ладно, давайте увезем папиного малыша отсюда, иначе Транстар меня закопает. Нужно вас осмотреть. Не хочу, чтобы наш пилот упал в обморок. Со мной все в порядке. Идите вперед, Морган. Мы догоним. Я создана так, что часто могу предугадывать ваши действия. И все же, в этой ситуации с Далем вы удивили меня, сумев эвакуировать уцелевший персонал станции. Не сомневаюсь. Они запомнят ваш подвиг.
Встретимся там, Морган. Дело, не могу ни с кем связаться. Лежу в дрейфе. Повторяю, двигатели мертвые. Я дрейфую. Сив, черт тебя побери, ответь! Ой, ладно, черт. Осматриваю каюту. У меня пистолет. Если там все чисто, попробую добраться до шлюза. Thank you.
Фрэнк, эй, ты тут? Что с этими капсулами? Я не знаю. Что значит «не знаю»? Это же твоя работа, черт возьми. Ты смотрел, верно? Да. Тогда почему программа запуска ни хрена не делает? Я не знаю. Дрю, извини. А твоя капсула? Открой ее! Я... не могу. В смысле? Пиропатроны на наружном люке не сработали. Мы застряли в трубе. Ты не стал никого дожидаться, тварь. Надеюсь, ты сдохнешь там от... Вода. Привет, Морган.
Возможно, коралл — резервуар для энергии, которую тифоны накапливали. Угроза жизни. Привет, Морган. Thank you.
опасное состояние атмосферы. Похоже на кошмарный сон. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. Сканирование завершено. Постепенно реактивный навык. Это Каспар. Докладываю. Все основные серверы и терминалы заблокированы. Капитан Даль, это Каспар. Здесь Морган Ю, повторяю. Здесь Морган Ю. Капитан Даль, прием. Капитан Даль. Опасное состояние атмосферы. Что ты видишь за стеной? Сканирование завершено. Доступен новый тюнинг. Это Каспар. Докладываю. Все основные серверы и терминалы заблокированы. Действует протокол взлом и перехват. Капитан Даль. Это Каспар. Здесь могут... Снова работают. Хорошо. Я увожу остатки команды в отдел атмосферного контроля, отсек жизнеобеспечения. Избавимся от жестянок Даля и убедимся, что больше никто не будет играть с регуляторами. Даль заменил весь экипаж своими операторами. Он совершил ошибку во всем, доверившись машинам. Плоть и кровь — грязные штуки, Морган. Но только они имеют значение. Отлично. Загрузка продолжилась. Встретимся в Дендрарии. У нас куча работы.